Здравствуйте, Александра Сергеевна. Мы пришли к вам. Являемся волонтерами благотворительного международного фонда, спонсором которого является прекрасная женщина Жаннабель. Она прислала нам денежки, и мы вот на эти денежки приобрели пакет с продуктами, принесли вам, пожалуйста. Вот. Спасибо большое. И вам дай Бог здоровья. Вот. Передаем продукты вам. Бабушке 87 лет. Она живет одна в большом доме, содержит огород еще. Вот. Молодец бабулька наша Сергеевна, оптимистка. Да, оптимистка наша. А Жаннабель, которая является спонсором фонда, женщина помогает всему миру, одиноким женщинам, пожилым, мамам-одиночкам, деткам помогает, вот, которые женщины живут в насилии, всем помогает она безвозмездно. Просто вот отправила денежки, мы приобрели, принесли вам, вот и все. Есть еще добрые люди, да, хорошие, да. Не всех акули. Александра Сергеевна благодарит Жаннабель за подарочек.